Но все это были солдаты, а мне нужны были еще офицеры. На советских пленных офицеров я не хотел тратить времени. При первом же контакте с ними я увидел, что бывшие среди них 2-3 получекиста полусталинца уже успели организовать ячейку и держали офицеров в терроре. О малейших их жестах все будет известно, кому следует уже в России, и их семьи будут отвечать головой за каждый их шаг. Я решил не рисковать и взять офицеров из белых эмигрантов.